Τι πλέον μέλους οι ουράνοι, άνθρωποι νουν να πολέμουν. Τι διότι! Τι συμβαίνει! Наслаждайся скачками и не проиграй все деньги. Μόριας παρασκευάσματα του Ρανεστή. Καλία μη μέγιστη, αγάπη πόσες. Καλή μη ο Σεράπης. Так ли ты добр, как Омон? Приветствую, брат. Спасибо, жрец. Я рад, что египтяне возвращаются. Мой барабанщик в тюрьме, и тут стало тихо. Тишина оглушает. Это вина кожевника. Он обвинил барабанщика в краже драгоценной шкуры нубийского льва из красильни. А бедолага на него работал. Так жаль. Он честный человек. Предоставь это мне, жрец. Меджай, беднягу держат в арсенале Кебата, что у библиотеки.
И да поможет тебе Серапис. И тебе, жрец. Ο καλός, έβγε! Ω, βαχέχμενο! Меня не должны здесь заметить. Что?
Что ты? Эй! Проклятие! Зараза! Бежать хочешь, но уж нет! Стреляю! Выдыхаешься? Вот ты где! Вот он! Стреляйте! Что ты? Что? На куски порву! Мне нужна ваша помощь! Буду стрелять! Сюда меня не пустят. Что ты? Не убежишь! А? Порву. Вот ты где! Тебе конец! Бежать хочешь, но уж нет! Нет!
стрелял? Что ты? Да. Ты крепкий с виду, а мне помощь нужна. Подними меня, а то с ногой беда. Меня прислал к тебе жрец. Держись. Тогда скорее вытащи меня, Миджай. Мне кажется, или ты слишком весел для того, кто не может ходить? Ты верно шутишь? Сегодня мне так повезло! Пусть кожевник платит! Здоровье дороже любых богатств. Я сумею доказать, что не виноват. И в этом мне поможешь ты, друг. Huh?
Чем я могу тебе помочь? Найти воров, конечно же. Вернуть шкуру, и я снова чист. Знаешь, кто ее украл? Стоило мне только отвернуться, как какой-то ловкач схватил ее и убежал. Растворился в толпе. Это было в египетском квартале. Обвинили, конечно же, меня. Египтянам в Александрии живется не сладко. Я помогу тебе. Давай, верни шкуру. Я в порядке. Мне просто нужен покой. Потом я сразу к жрецу. Очисть мое имя. Эта шкура дерьмо. Кожевник солгал. Мы в опасности. Выпущу тебе кишки. Нашел! Вот ты где! Умри! Вот эта шкура? О, бедный лев. Этот цвет не для него. Position, get it.
Этот человек – вор! Тихо! Пострадавший здесь я! Меня обокрали! Хочешь забрать шкуру? Тогда лучше заплати ему! И не забудь отблагодарить Сераписа! Это твой ответ, жрец! Поборы! Ладно! Боюсь, у нас с Сераписом впереди еще немало трудностей. Да будет долгим твой путь, брат. Я готов служить Серапису. Нужна помощь? Да, пожалуй. Стража отбирает у людей еду, прикрываясь именем Сераписа. Берут десятину, а затем вдвое больше для себя. Они несут все в арсенал, где делятся со своим филакитом. Люди голодают, и я боюсь, станет хуже. Не беспокойся, жрец. О людях я позабочусь. Я буду ждать. Найдешь меня на пристани? Похоже, это украденная еда. Стража и правда обирает александрийцев. Нужно скорее это вернуть. Плотно мы загрузились. Крадут у Сераписа. Стражники должны соблюдать закон. Как низко. Другим эта еда явно нужнее. Я смогу накормить голодных.
Повозка с едой, жрец, как просил. Люди фараона с радостью отдали ее. Это, брат, больше, чем я ожидал. Сегодня людей накормит Серапис. Да озарит его воля твой путь, жрец. И твой, Меджай. Ajuda. Thank you.
на вас всех! А ты кто? Один из филаков Евдора? Поверь, Евдор мне не друг. Этот мерзавец погубил моего мужа Аристона. Великий поэт и философ в тюрьме. Его бросили туда за красивые стихи. Слова – опасное оружие. Мой муж посвятил работе годы жизни. Годы! А Евдор – плагиатор. Он украл шедевр Аристона и выдал за свой. Твой муж обращался в суд? Месяцы тяжб. Но в итоге мой муж проиграл, его избили и бросили за решетку. Значит, таково правосудие в Александрии? О, милый друг, если ты поможешь, мы с мужем убежим из города, и тогда беды оставят нас. Как только сбежит, пусть на лодке доберется до Южной пристани. Я буду ждать вас. Прошу, верни мне моего Аристона. С дороги! А что с тобой? Помогите мне! Дорогу! Что делать? Кто это? Еще один подхалим Евдора. Тут как тут? Оставь меня с моей бедой. Я друг поэта Фана. Защитник. Жалей его! Он заслужил! Диви, осторожно! Отвлеките противника! Вот так! Осторожней! Вот так! А этот вшивый, у него вши! Оставь меня с моей бедой. Я друг поэта Фана. Защитник. Thank you.
Жалей его, он заслужил. Вот так. Задай ему. Осторожней. Вот так. А этот вшивый, у него вши. С дороги! Отвлеките противника! Я прорвусь! Отвлеките противника! Ты отважней самого Ахиллеса. Ты спас меня от этих нелюдей. Пошли, живей. Мне сломали бедро. Прошу, осторожней. Твоя жена просила помочь тебе бежать. Жена, моя любимая. Да, в порту есть лодка. Пойдем. Этот Евдор, он просто омерзителен. Не мог простить мне, что моя книга лучше. Все началось с книги о Ниле с роскошными описаниями. Описание мне удается лучше всего. Поэтому Евдор украл все у меня. Сам он пишет ужасно и ничего не знает о Ниле. Он даже бегемота не в состоянии описать. Попадемся, тогда меня точно убьют. Что тогда будет с моей женой? Она свет моей жизни, но книгу мою не любит. Опять крокодилы, говори. С этим не поспоришь. Да, Евдор должен ответить за все. Есть новости. Евдор был убит. Как я рад. Да поглотит его царство Аида. Ты сам убил Евдора? Да, сам. Герой, надеюсь, он успел помучиться. Как можно поднять руку на старика? Похоже, появилось новое поколение александрийских поэтов. Да, и весьма отчаянное. Желаю им удачи. Здесь становится все сложнее творить. Аристон, сюда, сюда! Лодка ждет! Поднимешься на борт и отплываем! Это ты? Слава милостивым богам!
Ты что? Надо выбираться отсюда. Надо бежать, иначе стражи меня найдут. Философу в Египте не место. Уезжай. Филокиты наверняка будут вас искать. Мы сбежим. Вместе с женой поплывем на Крит. Всегда хотели туда перебраться. Возможно, там жизнь будет лучше. Да благословят боги ваш путь, Аристон. О долге и чести сложно судить однозначно. Но, видимо, не в твоем случае. Если все в Египте будут такими, как ты, жизнь станет другой. Ни, Кенни, це Джері. Ах ты негодный мальчишка, мальчишка. Kech meno. Nun es hede. No. Ponimo e moja nikede. No. Morias paraske vazma da tudanesti. Poro es noi. Zmeizono sa. Hey, это что ещё такое? Της Μίζωνος Αφροσύνης. Μόριας παρασκευάσματα. Αμάξα ελάβδης να αγκαλίστεω. Лучше не привлекать внимание. Эй! Что ты... Ah.
Para las que vas matar tú dan estilo.